Освоить управление дронами, узнать о проектировании квадрокоптеров, проверить общий уровень технологической грамотности. Все это позволяет сделать Всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба», который проходит в 18 регионах страны в рамках реализации профильного национального проекта. В 63-м регионе площадкой для фестиваля стал Самарский университет, где действует Центр беспилотных систем, научно-производственное подразделение в составе Института авиационной и ракетно-космической техники. На текущий момент реализуется национальный проект беспилотной авиационной системы, и в рамках данного национального проекта есть 5 федеральных проектов. Безусловно, с одной стороны, нужно создавать сами летательные аппараты и инфраструктуру к ним, с другой стороны, нужно готовить кадры. И вот подготовке кадров как раз и посвящен проект, федеральный проект «Кадры для баз». В этом проекте активно участвует наш университет, активно участвует и Самарский регион. Фестиваль является частью комплексной работы, которая организована университетом 2035 в рамках федерального проекта «Кадры для баз». И в этом комплексе предусмотрена реализация образовательных программ, поддержка образовательных организаций, которые занимаются разработкой и реализацией этих программ, и продвижение вопросов образования в области беспилотников среди молодежи, студенческой аудитории, школьников, ну и всех интересующихся. Сегодня подготовка пилотов и конструкторов БПЛА важна для предприятий промышленного сектора региона, сервисных технологий, агропромышленного комплекса. У предприятий есть запрос на специалистов, поэтому прививать школьникам интерес к беспилотникам – одна из ключевых задач в Самарской области. С 1 сентября 17 школ создали специализированные кружки, классы, которые будут как раз-таки направлены на развитие дополнительных навыков наших ребят по отрасли беспилотных авиационных систем. На базе еще одного колледжа Самарского у нас создан центр практической подготовки. Все это реализуется при поддержке правительства Российской Федерации с участием федеральных средств и субсидий, которые мы стали получателем в этом году. Правительство Самарской области активно участвует во всей линейке федеральных проектов, которые представлены в национальном проекте беспилотной авиационной системы. Фестиваль «Дотянуться до неба» носит профориентационный характер. Он включает в себя три направления. Мечта – это квест-игра для школьников, технологии для старших участников, которые смогут отработать навыки пилотирования в симуляторе и даже самостоятельно разработают дрон, а также направление общества – площадка для обсуждения инструментов федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем». Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.